Приветствуем вас, уважаемые рыболовы! Сегодня, ребята, все в позитивном настроении собрались здесь для того, чтобы открыть сезон, половить рыбку на фидер. Наши спортсмены ловят рыбу фидером на водоеме. Ну вот, кстати, погода сегодня классическая фидерная погода, английская погода. Она не очень нам благоприятствует, накрапывает мелкий дождичек. Вот. Но тем не менее, рыба клюет. Многие ребята уже поймали по рыбке. Мы наблюдаем за ловлей, ждем результатов. Интересно будет в конце подвести итог, посмотреть у кого сколько, какое количество и какие экземпляры. Итак, наш фестиваль продолжается. Наши спортсмены ловят рыбу. Кто-то одну за одной, кто-то одну раз в полчаса. У кого-то получается лучше, у кого-то чуть проще. Но тем не менее, практически все сектора с рыбой. Вот. И погода начинает нам благоприятствовать. Вышло небольшое, вот, небольшое потепление. Ветер утих. Продолжаем ловить. Наше настроение улучшается. Итак, последние минуты нашего фестиваля. Сейчас главный судья даст финальный свисток. Ждем с нетерпением этого момента. И, конечно же, с еще большим нетерпением ждем подведения итогов. Ждем взвешивания. Была пасмурная погода и дождь, была солнечная погода и штиль, безветренная погода. Я бы сказал, что фестиваль был действительно разнообразный и интересный в плане рыбной ловли, в плане разных условий рыбной ловли. Мне очень понравилось, мне было действительно интересно.